уважаемый товарищ президент, энергоблок номер 2 Белорусской АЭС находится на этапе «Энергоплюс». Идет освоение мощности 40% от номинальной, при этом электрическая нагрузка генератора составляет 370-365 мегаватт. Все системы энергоблока введены в работу в проектном объеме, включая системы радиационного контроля, функционируют без замечаний. Системы безопасности энергоблока проверены, введены в режим дежурства и готовы к выполнению своей функции. Персонал прошел необходимое обучение, стажировку, сдачу экзаменов, допущен к самостоятельной работе и готов к выполнению работ по этапной программе энергопуска. Разрешите увеличить электрическую нагрузку энергоблока с текущего значения 370 мегаватт до 400 мегаватт. Ну, конечно. Сколько ждали этого момента? Увеличивай. Начальник смены блока команда. Увеличить нагрузку до 400 мегаватт электрических. Что значит увеличить мощность? Что мы делаем при этом? Пара больше подаем на турбину? Совершенно верно. Мы увеличиваем нагрузку в первую очередь реактора, и таким образом производим больше пара, подаем ее на турбину, и дальше идет, значит, генерируется электроэнергия. И здесь работает взаимосвязь между основными регуляторами энергоблока. Это автоматический регулятор мощности реактора с электрической системой регулирования турбины. Все это в автоматическом режиме с датчиками мощности. Уважаемые, можем аплодировать. Я не понимаю, Четыре.